В зале Аграрного университета края сегодня все те, от кого напрямую зависит, насколько увесистым в этом году получится кубанский каравай. Перед началом совещания труженики поля и ученые обмениваются последними новостями. Разговоров только что о предстоящей посевной. Начало весны – важная пора как для фермеров, так и для селекционеров. Основа нашего высокого урожая – это выбор правильного сорта, агротехника высокая и погодные условия благоприятные. Провели все мероприятия, которые и мышевидных грызунов уничтожили, подкормили сегодня. И ждем погодных условий, чтобы можно еще раз подкормить и внести средства защиты. Погода была действительно благосклонна к аграриям. После теплой зимы состояние 99% посевов хорошее. А это повод для самых амбициозных планов. Теперь важно обеспечить необходимый уход. На совещании глава Кубани обращается к присутствующим. В этом году от жительницы России ожидают новых рекордов. Задача не только накормить всю страну хлебом, но и увеличить экспорт. Вениамин Кондратьев предлагает обратить внимание на такие культуры, как соя и рапс. Эти масличные сегодня востребованы во всем мире. Мы должны сегодня сделать акцент на таких культурах, которые экспортно ориентированы. Это очень важно. Принципиально сегодня важно. Это у нас соя, это рапс, рапсовое масло. И соя у нас по итогам прошлого года, сколько мы, 366 тысяч тонн примерно собрали. И это не предел. Сегодня рынки, ниши, которые могут быть нашими с точки зрения занятия нашей продукцией, они есть. Давайте их займем, Андрей Николаевич. Еще раз подчеркиваю, по экспорту мы должны максимально навалиться на этот вопрос. Посмотрите внимательно, как мы можем активно, даже где-то агрессивно заходить не только на рынки стран наших братских, но и на европейские, еще раз подчеркиваю, на азиатские рынки. Мы можем. Нужно просто сбалансировать, скоординировать, собрать аграриев и вместе поделить, что для этого нужно сделать нам, им, и ворваться. Рапс не любит российский покупатель, но за рубежом он пользуется большим спросом. На экспорт уходит 95% произведенного в нашей стране масла. Продукция востребована в Китае и в Европе. На Кубани в этом году озимой культурой засеяно более 39 тысяч гектаров. В Красноярском крае можно получить урожай на уровне 30-40 центнеров с гектара, что многие хозяйства и делают. Ничего рапсу озимому в принципе не может навредить в наших условиях Красноярского края, и наши аграрии могут получить очень высокий и качественный урожай, все наши сорта. Вовремя подготовить почву и соблюдать сроки посева строго рекомендуют ученые, а также насытить землю удобрениями и очистить поле от сорняков. Для аграриев академик РАН, легенда сельскохозяйственной науки Людмила Беспалова, даже подготовила список сортов пшеницы отечественной селекции, которые можно успешно применить при посевах. Они не боятся ни засухи, ни морозов. Фермеры из разных районов края сразу же конспектируют и фотографируют. Мы вам рекомендовали, товарищи, необходимо кормить пшеницу раньше, потому что она развивается, и нижняя подземная часть хорошо растет, тем более почва не была в этом году замерзшая, она теплая, и корневая система хорошо развивается. Говорить о высоких урожаях, конечно, невозможно без государственной поддержки сельского хозяйства края. В этом году по решению губернатора она будет увеличена до 9 миллиардов рублей. Из них только 3 миллиарда направляется на растениеводство. Чтобы за собственный урожай аграриям не было больно, региональные власти заложили 330 миллионов рублей на агрострахование посевов. Это поможет фермерам снизить риски. Виды на урожай все примерно понимают и понимают условия, какие сегодня есть и какие будут в этом году. Поэтому я абсолютно согласен. Если мы понимаем, что запас влаги не такой, какой должен быть, и еще много тех вызовов, которые могут быть в этом году, то, безусловно, лучше застраховаться. Но здесь нужно обсудить все равно этот вопрос, что тревожит аграриев, что тревожит сегодня тех, кто работает в поле. То есть вот, надо не просто возьмите и страхуйте. Давайте обсудим. Вимаш, вот за последнюю неделю, даже полторы недели, сегодня активность аграриев высокая. Уже заявки поданы на полное освоение средств необходимых, потому что с учетом дефицита влаги, который сегодня имеется, страховать особенно кукурузу, те наши яровые посевы, вообще необходимо.
Высокими темпами идет и обновление техники. За последние 3 года аграрии приобрели более 10 тысяч новых тракторов и комбайнов. Это стало возможным во многом благодаря федеральной программе, по которой фермеры получают скидку 10% на покупку сельхозмашин. В этом году появится и подобный региональный проект. В этом году мы предусмотрели краевую программу, где скидка будет до 15% на сельхозтехнику. И мне очень важно, чтобы эта программа была не просто программой на бумаге, а реально в действии. Вот мы сегодня заполнили ее деньгами. Если не будет хватать, вовремя надо корректировать. Но максимально, еще раз подчеркиваю, удовлетворить спрос на сельхозтехнику. Не может быть высокотехнологичного сельского хозяйства без современной высокотехнологичной сельхозтехники. В некоторых районах края посевная кампания уже стартовала. Скоро подключатся и другие. Контролировать и координировать весь ход весенне-полевых работ по поручению губернатора будет краевой Минсельхоз. Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ».